Headshot. Double kill. Moon kill. Мозголо. Вышибатель. Тяжелый нагиб снова в деле. Есть такое, капитан Очевидность. Приветствую вас, леди и джентльмены, другие подруги. С вами Рокутагин, капитан Очевидность и профессиональная сборка QBZ. Винтовка, вне всяких сомнений, интересная. Многие пророчат ей большое будущее с введением новой брони. Они считают, что эта винтовка станет божить Warface. СТК будет уже не та, а вот новиночка действительно раскроет по полной. У меня на этот счет есть альтернативное мнение, однако сегодня мы не об этом. Наши киберспортсмены наконец-то взяли эту пушку в руки, и у них сложилось некоторое мнение по сборочкам. Я, конечно же, в свою очередь решил одного из них спросить. Автором той сборки, с которой мы сегодня будем нагибать, является Никита Хакарди. Вне всяких сомнений, один из лучших стрелков нашей игры. И сборка его выглядит вот так. Вопреки большинству сборок, здесь нет ни множителей по телу, ни множителей по конечностям. С точки зрения Никиты, куда более важным модом является увеличенный магазин. Что ж, надо сказать, действительно, у QBZ это порой бывает больное место, особенно если повысить темп стрельбы, а здесь это как бы must have. Вместо гашения отдачи Никита предлагает также по усмотрению использовать кучность. Это позволит более эффективно использовать QBZ в прыжках. Однако для большинства игроков, как мы понимаем, это момент вторичный. И куда выгоднее сделать пушку, прямо скажем, с ультрамягким ходом, чтобы было максимально удобно. Самым интересным здесь является то, что я эту сборку еще не пробовал, и прямо сейчас мы ее с вами протестируем. Однако перед этим напоминаю, что если ты, братуха, хочешь вообще в Warface в шоколаде быть, то рекомендую по ссылке в описании проходить. Там ты найдешь бесплатную рулетку, отличную броню и могучие пушки. А при первом пополнении счета, поверь мне, тебе плюс 100% кредитов придет. Врывайся, братуха. Warface тебя ждет. Headshot. Есть. Headshot, baby, you got. Спасибо, мрачина. Благодарю, Нарина. Хорошо идет. Тяжелый нагиб в деле, друзья. Ну, что ты там стоишь? Давайте прожарим. Прожарка успешно. Ну давай-ка вот так. Встречайте папочку, ребята. Минус один. Давай. Где ты? Хедшот тебе за это. Минус два. Где же хитрецы вы такие притаились, а? Вот он. Готов, голубчик. Врываемся, детка. Давай. А я тебе, братуха, сразу сказал, какой тяжелый нагиб. Это не мясорубка. Надо как обычно, в крысу, потихонечку. Да, есть такое, братуха, блин. Вот иногда ты реально прав, я даже не спорю. Крысу надо. Ай-яй-яй-яй-яй, как душевно-то идет. Вот она, наша стихия, ребята. Хедшотики. Вот так, дабл-кильчики. Ходить в центр слишком рискованно, братишка. Я с тобой полностью согласен, но... Но хедшот, да. Так оно и бывает. Душевненько. Брат, скажу, как думаю. Да. Ты самый везучий нубас на свете. Согласен. Рачкам везет, кэвчик. Рачкам-то везет. Это же... Ой-ой-ой, хедшот, детка. Общеизвестные факты, друзья. Это база, это знать надо. Вот так вот, да. Годнателло идет. Не, ну прям очень хорошо. Очень хорошо идет. Слушай, сборочка мне нравится определенно. Хедшот. Хедшот. Попался, голубчик. Нет, ну ты или правда настолько везучий, или все твои противники, они под чем-то играют. Они под Warface KF4, знаешь, как нереально порой. Вот так вот, хедшот. Дабл килл.
Да, воткнуто. Очень хорошо. Идет великолепно, блин. Не, ну вот как Хакарник играет без отдачи, я не знаю. У него как бы две сборки, он то одну, как я понял, то другую использует. Но я считаю, как бы тут, да, отдачу надо гасить. Намного интереснее, чем кучный. Вот, не ожидал, да? Одно и то же два раза не прокатывает, братуха. Вот, тем более. Сочно. И прочно. Граната пошла. Все, дымочек лег. Вот, хедшот, встречайте папочку. Где выходить? Вот этого я как-то не ожидал. Ситуация, прямо скажем, не ахти. Да ладно, Кэп, нормальная ситуация. Ну, как бы, да, мы делаем Сосо-Павляшвили, но в то же время... Суфраги есть. Хедшот, малыш! Я знаю, ты где-то есть. Вон он, мой сладкий! Еще один. Звуки бы получше, чтобы определять, где сверху, снизу, как бы с этим немножко проблем бывает в Warface. В принципе... Ага, вот. Я же говорю, сверху слышал, сука. Я-то... Вот так, минус 5, давай еще. Ты же понимаешь неизбежность конца, Ракутагин? Кэп, знаешь, я тебе скажу? Мой конец многие хотели увидеть. Пока что они его, сука, только за щекой подержали. Ха-ха, да! По факту, блин, по факту. Конец. Хрена лысого, сука, конец. Ну и не с таких передряг. Сука! Да, большой и толстый. Есть. Давай, выходи. Сука, там что, никого, что ли? Это какая-то фантастика, сука, мистика. Как такое может вообще быть-то, а? Ну? Бомба установлена. Да. Что мне с этим делать-то теперь, а? Да, блин, зараза, сука, ушел. Еще и, блин, гранату я потратил. Нет! Ой, красава, помогли наши, молодцы. Но мне зато это не очень помогло. Да блин, зараза, убежал. А, есть, 0-4, Ракутагин. Пока да. Что у тебя с бустом как-то не вяжется. Ну, будем честны, у меня цели буста-то и не было. Я пришел сборочку потестировать. Сборка хорошая. Headshot. О, подожди! Headshot. Офигеть, блин, подкрался, сука. Как он меня не убил, вот это интересно. Headshot. Есть! Как я убил, я понимаю. Очень даже хорошо. Прямо в шишечку. Так. Цып-цып-цып. Давайте, гондонине, сука, мелкие, выходите. Гренадерчик пошел. Вот так вот, да. Очень душевно. Блин, хорошо идем. Вот, вообще интересно, великолепно. Интересно, что это? День рождения или ты у нас тащером заделался? День рождения у меня в октябре, ты прекрасно знаешь. Какой же ты, сука, упырь. Насчет тащера, ну кто знает, знаешь, у каждого есть свой звездный час. Может быть и тащером. Так, может быть и тащером, Кэпчик. Вот, если такие ребятки будут, которые глаз на жопе не имеют, то вообще тащером буду. Вопросов ноль. Я только за. Я только за, Кэпчик. Нет, стой. Да что-то как-то вообще, сука, ну, развивается все непонятно. Неперспективно, прямо скажем, реально. Я бы хотел, чтобы эта каточка подольше была. Так, гляди. Вот так, и фрагов 50 можно сделать. Спрятался он, самый хитрый. О, где-то здесь. Есть даблкил, детка, затащили! Кушай гранат, не обляпайся, мой хороший. Приятного аппетита. Где вы там, сука, оттуда же что-то кидали, стреляли? А. Пацаны, как они между вас проходят? Я вообще охреневаю, блин. Тиммейты куда смотрят, а? Да, блин, там медиков столько, сука. О, блин, пошло, поехало. Печально. Естественно, вообще печально. Ну, мы так просто не сдаемся, правильно? Иди сюда, мой хороший. Да, блин, ну как назло! Headshot. Ладно, хотя бы одного забрал. Цып-цып. Есть, отъехал. Есть, даблкил, отъехал, отлично! Все, фарм пошел. Гляди, еще и выиграем сейчас, всякое может быть. О,
Я сюда не пойду. И убегать далеко не буду. Хедшот тебе за это? Не ждал, да? Наверное, вот так вот, да! Давай! Да, ну сука, ну прям на тоненького почти же. Мои поздравления, Ракутаген. Благодарю. Ты сделал очень много красивых, но, конечно, бесполезных киллов. Да, как и твои комментарии. Они, знаешь, многочисленные, сука, но тоже в основном бесполезные. Леди и джентльмены, другие подруги, что имею вам сказать? Сборка хакарника реально хороша, можете смело использовать. Мне она реально понравилась. Мы сыграли почти 6 к 1, 17 хедшотов, где you got owned, все было крайне глубоко. Поговаривают, кстати, что мои видео неплохо сказываются на росте волос. Мол, волосы становятся мягкими и шелковистыми. Если это так, ставьте лайки, по желанию, как хотите, яйки чешите, это обязательно, без этого просто никуда. Вступайте в нашу армию и, конечно же, нагибайте всех. Увидимся. Пока. Нагиб.